тайского фигурного катания. Предыдущая пара, Джан Джан, вот это вот Панг Тонг и Сюшень Кунг Бо Джао. У всех троих на их разном уровне развития тренирует тот самый тренер Яо Бин. Почему всех не вести по какому-то умному сценарию, учитывая ошибки предыдущих, неизвестно. Но, тем не менее, это такой стиль работы. Аннабель Ланглуа и Партрис Арчетто в такой немножко безнадежной форме атаки, в безнадежной форме атаки на китайских спортсменов. Музыка Джакомо Пуччини из оперы «Тоска». Причем уже сразу последние аккорды. Интересно, что будет дальше.
Нет, все-таки Аннабель Ланглуа и Патрис Арчетоу немножко сыроваты для того, чтобы атаковать даже китайскую пару. Хотя поначалу программы показалось, что есть где-то порох в пороховницах, есть какой-то тайный запас, который они сейчас возьмут и используют, да еще с такой великой музыкой. Но нет, это была ошибка. Во-первых, ну, кроме недочетов на элементах, конечно же, их катание, их программа не были созданы специально для этого произведения. Такое впечатление, что если здесь вместо Тоски, предположим, завести Руслана и Людмилу, а китайцам вместо Рахманинова завести, ну, я не знаю, там, Сен-Санса, то результат будет абсолютно тот же самый. И даже, может быть, даже лучше получится. Поэтому, конечно, о каком соревновании может идти речь? Ну и вот на замедленном повторе те самые технические недочеты, которые еще существовали. Но они другие стали, конечно. То есть мы констатируем подъем после того сезона, который был. По большому счету, если бы для Аннабель Ланглуа и Патриса Арчетто создать такой же хит, какой был у Жами Сали и Давида Пелетье в виде Love Story, то они тоже могли бы претендовать на какую угодно награду на Олимпийских играх. Смотрите-ка, несмотря на то, что под музыку Пуччини, тот редкий случай, когда под эту музыку не хотелось совсем плакать, тем не менее, одним голосом все-таки они китайцев догоняют.